Саакашвили не отпустят из тюрьмы по требованию сотен голодающих. Власти Грузии заявили, что начатая в Тбилиси массовая голодовка сторонников Михаила Саакашвили не приведет к освобождению экс-президента из заключения, передает корреспондент газеты в Тбилиси. «Это исключено», заявил один из лидеров правящей грузинской мечты Сазар Субари. Он назвал голодовку контрпродуктивной. Напомним в этой связи, что президент Саломе Зарубашвили пытается внести процесс национального согласия. Сазар Субари отметил, что большинство лидеров Саакашвили Единого национального движения не участвуют в голодовке, а также в целом усомнился в реалистичности этой акции. В среду около 300 сторонников Саакашвили начали бессрочную голодовку за освобождение своего лидера, отбывающего 6-летнее заключение. Акция проходит в палатках у центрального офиса партии экс-президента «Единое национальное движение» по дороге в Тбилисский международный аэропорт. Грузинские СМИ жалуются на то, что акция не является прозрачной, и их не допускают к голодающим. Какое ваше мнение, пишите в комментариях. Спасибо всем за просмотр.